Привет всем подписчикам. Хотел показать, какой кефир в Германии есть. Ну, наверное, все знают, уже видели, да? Вот, хотел бы показать, что на примере даже вот банального кефира, как можно переписывать в историю, в кавычках. Вот. Кто хочет, тут может почитать, что здесь такое пишут на паузе. Московские купола. Внизу написано, что кефир из Германии. Кефир Калинка, если не заметили, да? А еще до этого тут была, по-моему, предыстория. Прямо на самой банке написано было. Если мне память не изменяет, что какой-то там вкус, может быть, здесь написано, что-то я не помню. Так. Что-то я здесь не наблюдаю. Ну, по-моему, была какая-то предыстория, что за кефир, откуда что-то такое было написано. Наверное, сейчас уже убрали. И это кефир, получается, вот, летний. Но он уже, походу, просрочился. Сейчас 9-й месяц. У нас в холодильнике застрял капсула времени. И вот недавно я купил новый кефир этой же фирмы, и теперь выглядит он вот так. Соответственно, купола убрали, потому что это символ терроризма, да? И всего остального в глазах фирмы Мюллер. И вот теперь так выглядит новая Калинка кефир. Да, ну это можно дату посмотреть, вот 9-й месяц. Тут у нас уже вот столько написано, что витамины тут, бла-бла-бла. Да, что надо. Что сильный пакет какой-то там, силой. Но не суть. А суть в том, что вот так вот и забудут, что за Калинка, откуда она. А все позиционировалось раньше как вот отсюда, корнями, да, скажем так. Дальше. Новый кефир. Ну, как бы новый старый, да, кефир. Я его часто покупаю. Кстати говоря, этот дешевле кефир. У него процентовка получается 1,5. Я здесь. Здесь тоже 1,5 жирности. Кстати говоря, он дешевле. Ну и по вкусу он ничем не уступает. Так что просто банка не очень удобная, да? Здесь с крышкой баночка. А тут придется повозиться. Не суть. Эти до сих пор выпускают. Да? С этими куполами кефира. Здесь ничего особого и нету. Вот какие-то надписи есть. Да. Ну, как бы такое. Ну, тут опять также пишут, что сделано в Германии с молока. Молоко из Евросоюза. Неизвестно, откуда привезенное молоко. Может, из Польши. Вот такие дела. Вот так вот и живем. Эти все. Теперь по-новому так выглядит. А это еще остался со старым дизайном. Ну, как бы вот такие дела. Всем приятного аппетита!